Так, друзья, здравствуйте. Сегодня 23 ноября 2001 года. У микрофона Железа Валерий Константинович. Вот, и я хочу с вами устроить небольшую лекцию. Заранее никого подозревать не буду. Я просто сейчас полистаю в Яндекс.Дзене огромное количество рекламы саженцев. Вот, заранее никого не подозреваю. Я буду просто задавать вопросы хозяев питомника, заходя на их сайт. Вот. Давно дозрело. Время от времени я это делал. Но получалось так, что ответа никогда не было. Ну, действительно, просмотров мне мало, могло и не дойти. Вот. Это несмотря на, в общем-то, что личность, фамилия Железа довольно популярная. Вот давайте. Ага. Влад Питомник. Он один из самых раскрученных. И что я вижу? Попробуем. Итак, огромный выбор саженцев. Персика. Ух ты! Вы представляете, какой у них огромный персиковый сад. Я в России такого ни одного не знаю. Я не буду заранее подозревать, что они где-то их достают в другом месте. А персик все-таки почти субтропики. Да, у меня в Сибири есть персики, но там особый случай, персик особый хасанский. А здесь, давайте смотреть. Вот я просто еще раз, я буду вопросы задавать хозяевам. Если у меня возникнет подозрение, то буду, друзья, те, кто меня посмотрит, мои зрители и читачи, вот эти вот, кто это читает и видит, давайте посмотрим. Итак, мы видим персик. Мы видим, что огромный выбор саженцев именно персика. Так. Вот. И давайте смотреть. Вначале нажмем сюда. Ух ты, так тут еще и выбор-то какой. Вот он наш, оказывается, зовут его Гринсборо. Так. Остальные пока оставим в покое. Только проглядим, полюбуемся. Вот. Оказывается, огромный выбор. Наша главная задача. Откуда персик? Я нажал на Гринборо, цена божеская, бутылка водки, даже дешевле литровой бутылки водки, я вам скажу, заманчиво с одной стороны. Итак, я что делаю? Я нажал на правую мышку, это у меня учеба, я всегда учу, написано. Открыть изображение, но нет, нам не это надо. А, вот, в Яндекс.Диске смотрим. Итак. Так, а куда мы попали? Мы попали совсем не туда. Еще раз. А, вот. Открыть изображение в Яндекс.Диске. Это я еще раз нажал, чтобы крупнее было. Смотрим. Вопрос один. Если будет написано, что это ваша фотография, значит, ваша. Вот. Оказывается, питомник. Это не ваш питомник. Плодовый сад. Это не ваш. Так. Ну-ка, дальше. Дальше. Непонятно, не все по-русски. А вот ваш, Злат Питомник, ура. Будем считать пока, что это ваша фотография. А вот персик Михайловки. А вот снова Злат Питомник. Комсомольский. Ух ты, елки-палки, совсем на другом конце планеты. Так. Неужели это ваше это филиал или что? Так. Веста, вот это, кстати, Веста Озем, тоже очень раскрученный питомник. И они теперь тоже претенденты на эту фотографию. То есть ваши шансы падают. Так. Персик Старопольский розовый. Ему уже другой. Вот это же фотография, но присвоили собственное название. Скорее всего. Вот этот фирма Сад с Грим. А саженцы из Крыма. Понятно. Они тоже претендуют, что это они сделали фотографию в их саду. Ваши шансы падают. Вот еще один, но уже совсем другое название. Маретти. Так. Это значит, не может быть два разных названия с одной фотографией в одном питомнике. Еще один крымский питомник претендует. Нектарин фэнтези. Точно фантазия, о, тоже с Крыма, еще один претендует, вот, Вавиловский, а фотография та же, саженцы из Крыма,
Ой, какая у них фантазия богатая. Вот дальше смотрим. Так, плодовые деревья. Тут непонятно. Нет, почему непонятно? Вот сюда нажать будет еще один магазин. Радость садовода. Ладно. Архивы непонятно. Утепление персика на зиму. Особливости догляду при подготовке до зимы. Як вратувати від вимерзання. Ну, вы поняли. Теперь эту фотографию еще одна фирма себе считает, что это ихняя. Вот, персик белый, донецкий, пожалуйста, еще Украина, вот, и еще, ага, короче, вероятно, что это ваш персик, падает, и тогда мы, наверное, раз-то так, давайте другой нажмем. Некоторые персики я запоминаю, которые чаще всего в рекламе попадаются. Давай посмотрим какой-нибудь такой, чтобы убедиться, что все-таки это у вас большой выбор, значит, большой сад. Так, так. А ну-ка еще про него написано. Давайте, персик ценный продукт, да, согласен, мякоть сочная, да. Так, смотрим. Ну, давайте тогда какой-нибудь раскрученный. Какой раскрученный? Ну, давайте вот персик киевский ранний. Нажали. Еще раз нажали. Это левой мышкой, теперь правой. Это учеба, ребята. Найти изображение в Яндексе. Вот. Итак, вы считаете, что эта фотография сделана в вашем саду. Вот. Ну, здесь Ростов, а это не вы уже. Значит, это, то есть еще несколько претендентов. Зад питомник есть, но уже у дяди Бори в Москве есть он. И в Ростове есть. То есть опять несколько претендентов на фотографию. Но а вдруг это такое совпадение, все-таки фотографии делали вы. Давайте смотреть дальше. Ну, белый лебедь. Очень красивое название. Попробуем еще. Вот так, а я еще где нахожусь-то? Каталог для сада. А, нет, все так же в Златпитомнике. Так, а то мне кое-что показалось, что... А он почему-то сюда переместился, сверху вниз. Ну, это может потому, что я что-то нажимал. Персик Глория. Красивое название. Посмотрим. Но по теории вероятности ваши шансы, что это ваши фотографии, падают. Смотрим. Сколько тут претендентов. О, все, ребята. Все, ребята, все. Вот теперь уже точно, что это не ваш фотограф. Претендентов, Харьковская область, вот. В общем, Крым опять, крымский дачник, тут это, в Орле, пожалуйста, в Белгороде, о, все. Итак, ну еще, чтобы точно сказать, что на самом деле этих персиков у вас... Именно вот этих, в данном случае это была Глория в Невращине. Ну, давайте вот эту красивую фотографию. Нажали. Белый лебедь. Ой, как красота какая. Находим в Яндексе. Учите, с каждой вот такой фотографии шансы приближаются к нулю. О, белый лебедь. Кировская область. Кировская, это не вы. Вот. Это самое, правильно? Орловская область, тоже не вы. Ну, в общем, шансы уже меньше 1%. Есть такая теория вероятности. Вот. Ну, еще нажму, еще. Ну, я все-таки должен знать правду, ваши или не ваши. А, значит, что сделаем? Короче, раз меньше 1% вероятность, все, будем считать, что крест ставим. А мы теперь с вами. Эх, вышло. Ну, и вдруг вместо вас вдруг Беккер появился. Как так? А, здесь реклама прыгает. Когда-то по себе еще кто-то, а потом снова вернусь. Ну, Беккером разговор короткий. Так, жаль, с вами не закончили. Опять сплошные персики. Но здесь-то уже, знаете как, они, вот у них акция. Они продают очень дешево. Вот если три купите, там, 1300 рублей, вот они, или, ну, то есть продают с целыми упаковками. И, а если вот так посмотреть, да, вот. У них, я даже не буду вам показывать, я несколько раз 10 их разоблачал.
Вот, у них есть телефоны, вот они. Пожалуйста, задайте им вопрос, откуда дровишки? Если на планете нет ни одного персика колоновидного, и подчеркиваю, я Железов говорю, нет ни одной сливы колоновидной, нет ни одной вишни колоновидной, нет ни одного персика колоновидного, нет ни одной груши колоновидной, нет ни одной черешни колоновидной. Что они продают? Колоновидных деревьев нет ни одного на всей планете. Не то, что там, а они продают тысячами. Вот. Я говорю, самое главное, волшебники, это не те, кто кролика достают из этого, из шляпы. Вот. Любого человека можно научить, он это трудно. Представляете, вот раз, шляпа пустая, и вдруг не кролик живой. Самое главное это не кролики шляпы, а вы живой кролик, а вы из живого кролика шляпу достаньте. То есть наоборот. А вот они достают. Нет ни одного колоновидного груши, ни одной колоновидной вишни, сливы вот тут, ни одного колоновидного персика. А у них есть. Вот так вот. Нобелевская премия. Почему не подают? Они создали чудо. Листьев нет практически, видите? Листьев нет. А они нарушили один из законов, нарушили, создали новый закон природы. По моему Железову, который создает законы, нет, не так. Я нахожу, формулирую, вот, открытие, одно из моих открытий. Весовое количество фруктов зависит от площади листьев дерева. Точка. Ну, естественно, соответственно, у каждого свое соотношение, там, у вишен или там, у персиков или у слив. Вот. Но прямая зависимость между урожаем и площадью листьев. Здесь эта зависимость нарушена, они нарушили закон природы, они создали Беккер, два варианта. Или они отменили законы природы, отменили. Или они странные люди, скажем так. Вот. Вы знаете, когда слово «странное» называю, я иногда перехожу чуть ли не на мат. Почему? Я вспоминаю сразу анекдот. Приходит женщина к психиатру и говорит: «Доктор, помогите мне». «Так, пожалуйста, в чем ваша проблема?» «У меня и проблема в том, что я все время хочу и хочу мужчин». «Хм, странная вы женщина». «Вот-вот, доктор, дайте мне справку, что я странная, а то меня все блядью обзывают». Вот. Поняли, да? Ну что, попалась Беккер ко мне под руку уже в который раз. Вот. Я сам, у меня есть фильм, когда при мне садоводы, уважаемые садоводы Саяногорские, распаковали посылку, там были колоновидные деревья, но это были обыкновенные, ну, не деревья, а саженцы. Саженцы, у которых наглую были отрезаны все боковые ветки. Они были не замазаны, они были смертельно ранены вот этим обрезкой, и вот эта подлость, я уверен, что они давно уже живых нет, я просто посочувствовал, но фильм я снял, один из моих фильмов так и назывался, значит, то, о чем я говорил. И так получился Беккер. Вот. Я не буду, я столько раз их разоблачал, что уже не хочу. Я надеюсь, что вернусь обратно в Златпитомник. Мы с ним не закончили. О, вернулся, ура! Только на этот раз саженцы черешни. Давайте посмотрим. Черешня еще проще. Дело в том, что там, по теории вероятности, они не могли иметь фотографии персиков. Большого огромного сада Златпитомники не могли. Давайте посмотрим, где они живут. Так, адрес-то должен быть, раз они... Так же, я ничего не путаю. Давайте посмотрим ниже. Информация о нас. Ага, Челябинская область. Ух ты, в Челябинской области огромный персиковый сад. Ну, я вам сразу скажу, я ставлю ящик марочного коньяку, что в Челябинской области, ловите меня на суд, звоните оттуда. Вот мой телефон 8-960-776-8672. Звоните вы мне теперь и говорите, в городе Златоусте, в Златпитомнике, в Челябинской области есть огромный персиковый сад, заодно черешневый сад огромный, потому что продавать в таком количестве, вы знаете, ведь они же должны быть привитые, ветки-то надо отрезать, где
Это самая главная головная боль любого питомника. Маточный сад с ветками. А ветки растут на персиках, на черешнях. А так как персики и черешни – это такая экзотика, вот, что и фотографии-то не представили. А я еще не говорю. Вот. И так намекнул, что это, доктор, дайте мне справку, а то мне все бляди обзывают. Почему? Потому что хочет и хочет, заработать хочет. Вот. Но я вас еще не подозреваю. Вы же как-то среагируете, вы покажете настоящие фотографии. Вот. Не вот эти, как это называется, вот так берем, опять берем. Это ваш бич, это ваше проклятие, смотрите. Найти изображение в Яндексе. Давайте смотреть. Я лично эти фотографии встречал десятки раз. Смотрите. Десятки раз встречал. Вот они. Вот. И где, а это самое? Знаете, сколько претендентов? Вот. Черешня в Москве, пожалуйста. Самовывозом с Москвы. Извините, уже Златоуст тут ни при чем. Вот. Дальше это все. Итак, я подозреваю, а вы мне ответьте, будьте добры. Вот. Откуда дровишки? Где вы взяли эти? Это ж такая редкость. Это черешня на Урале. Извините, редкость. А уж ладно иметь одно, два, три дерева, какая-нибудь тепловая подушка, там сколько. А тут еще смотрите, сколько их. Еще подставляют. Ну, то есть как делают? Чуть-чуть изменили, вот крупный план, да? И все, и не узнать. Это еще там 10, 20, 30 этих самых претендует на фотографию. Ну и так далее. Но это еще не все. Давайте еще какую-нибудь резкость найдем. Давай. Ой, выскочила. Опять бекер. А ничего, мы сейчас вернемся. Так, бекер долго тут будет, интересно. Нам же это, мы с бекерами разговаривать бесполезно. Это уж точно это, мы все, кто у них пытаемся выписать, для нас это все это, кто пытался. Как быть-то? Ждать, пока появится обратно. Ну, жалко. Пока разбираюсь с бекером, вернулся. Это, ну, это реклама такая, плавающая. Сейчас бекер, потом еще кто-нибудь, потом опять златпитомник. Мы с златпитомником не закончили. Понимаете, в чем дело? Ну и долго ты еще висеть тут будешь. Черешня черная, вранье. Колновидное деревья, вранье. Но это все еще бекер. Так, когда ж ты выскочишь-то? Я могу и по-другому сделать. Мне ничего не стоит. Да, давайте сейчас вот это вот будем пока место занимает. Я могу просто набрать в Яндексе и все. Это ничего не стоит. Вот. Чтобы не ждать бекера. Так. Ну, например, набрать злат питомник. А вы за одним поучитесь. Злат. Злат. Златоустовский. Нет. Том. О! Злат питомник, интернет-магазин. Самое страшное, что магазин так. Злат питомник, злат питомник. Ага. Сюда же попадем, нет? Злат питомник. Вроде все тоже. Давайте смотреть. Как-то тут немножко по-другому. Я все-таки так хотел бы оказаться там, где мы были. Там, где мы были. Ой, жалко, что выскочили. Это вдруг их два. Вот питомник. Интернет-магазин. Ну ладно, там было конкретно персики черешня. Давайте смотреть. О, это наверняка. О, 25% скидка. Сейчас все закупим. Сейчас все купим. Сейчас мы проверим все, что мы хотели проверить. Вот. Ага, информация о нас. Челябинская область. Да, она. Вот они, черешни. Вы недавно смотрели, правильно. Горе мы смотрели. Они отслеживают даже меня. Персик киевский мы смотрели, белый лебедь. Так, все, здесь мы, здесь, ура. То есть они хотят, чтобы мы это все купили. А как можно купить воздух, я вот понять не могу. Или дровишки. Так, ну что еще? Нам бы что-нибудь более редкое. Давайте... Смотри, какой умный. О, я же завидую. Абрикос Кичигин. Кстати, это вот то, что в корзине, это не кичигинские. Это они придумали. Так, где бы сейчас найти? Где бы сейчас найти общую такую фразу?
Ну ладно, слово каталог. Каталог, цветы, хвойные, плодовые, во. Во-во-во, мы сюда попали. Мне нужны диковины. Персиколновидных на свете не бывает, хватит врать. Так, этот мы видели. Черешню видели, вишня колновидная. Нам бы большую редкость. Давайте мы все-таки абрикосы. Абрикос – самая главная болезнь. Вот это у них всегда было. Здесь была и моя фотография, но много лет назад ее убрали. Вот тогда как-то до них дошло. Представляете? Вот. А вот это якобы их абрикосы. Горный абакан. Это значит, что они... Знаете, как было дело? Меня обвинили, говорят, вы зря говорите, что в забвение попали эти самые абрикосы, сибирские абрикосы, уникальные сорта самого Байкалова. И говорят, а вот их, как там было, зоопитомник их культивирует, и у них есть горный абакан. Вот так меня раз по морде. Вот. Вот он, горный абакан. Так, вот. Видите? Якобы. Ну, дерево никогда вы не найдете дерево. Ну, абрикосы легче, они могли бы быть в этом Златоусте, могли бы. Но опять у них, смотрите, что получается. Я нажал, ну, видели? И что получается? Горячий ключ, это не вы. Значит, в Энгельсе, это не вы. Апшеронский, не вы. Понимаете? Город Карталы, это не вы. Ну, тут, правда, еще чуть ли не китайцы это... Он претендует, Китай претендует, вот это непонятный шрифт, вот, то есть иностранцы, вот это непонятный шрифт, иностранцы на него претендуют, так нет? Вот. 220 рублей, пол бутылки водки, там, полтора стакана водки, да, вот, Сосногорске, Солнечногорске. А фотография одна и та же. Кто ее первый сделал, теперь то сное не найти. А Клеменские его, пожалуйста, продают. Севастополье продают. Представляете? Украина продает. Це фрукт, або ягода, корость и шкода для здоровья, рецепты варенья. Вот. Сколько желающих это, претендентов? Ну? Ну и что? Опять вероятность, что это ваше? Уже если посчитать, тут два десятка. 5%. Не, мы не закончили. У меня, понимаете, лучший ученик школы по математике, и у меня вот это застряло, теория вероятности. Ну, давайте посмотрим Кичигинский. Он, правда, не Кичигинский, то, что в корзинке, но в данном случае не имеет значения. Давайте посмотреть, как эта вероятность падает к нулю. Я нажал, похоже, в Яндексе. Вот. Давайте смотреть, чей он. Славянск претендует. Так? Златпитомник претендует, еще иностранцы претендуют, и город Бородино претендует. Еще в 4 раза меньше вероятность упала, что он ваш. Вспоминаем школу, не все же были троечники. А абрикос колновидный, вы претендуете, что вы продаете колновидный абрикос. А их нет в природе, ни одного нету, понимаете, ни одного. Это просто удачная ветка, у меня таких десятки, если не сотни в моем саду. А теперь посмотрим, сколько у нас мошенников. Видели? 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 Ну а теперь скажите, присвоили фотографию? Ну что, возвращаемся. Теперь вероятность 0,01%. Все, а это уже, как говорится, цифра близко к нулю. Итак, ребята, вам не стыдно, а? С абрикосами разобрались? Теперь так. Там написано о нас. Давайте смотреть, что там написано о них, о нас. Вот, когда-то... А, во-во, вот это про счастливых людей я уже много лет. Появилось в 2010... Это было недавно. Я их знаю где-то года с 2015-го, потому что... Один из моих помощников, фамилия Виноградов, вот, Алексей, он меня научил, он мне сразу прислал 96 вот таких вот фальшивых питомников,
Нет, они, можете выращивать какую-нибудь смородину, но не персики и не абрикосы, это уже понятно. Помните, вероятность равна нулю. Вот. И в том числе был злат питомник. И там была моя фотография, но они потом ее убрали. Но я тогда зашел и запомнил. Счастливыми людьми. Так, ладно. У них огромный ассортимент в открытом грунте. Осталось найти хотя бы одну фотографию с их сада. Вот фотографии, я уже заканчиваю, потому что через 4 минуты он сам отключится, а потом будет уже другой совсем фильм. Вот. Как это будет выглядеть? Внимание. Внимание. Вот это вот. Так, сюда посмотрим. Вот это вот мой сайт. Видите? А здесь фотогалерея. И обратите внимание, что у них ни одной фотографии своего сада, а у меня их тут сотни, а вообще их тысячи. Вот невестка Таня. Вот внук Тимоша. Скажите, это в чужих или в моем снято? Или я в Крым ездил? Видели? Сергей, он сейчас питомника, вот это самое. Видели? Вот такие, как вы, с саженцами с южными явно. Персик можно привезти только с юга, к вам туда, в Челябинскую область. Так? Я уже выводы делал. Я вас подозревал, а сейчас я не подозреваю. Я, ну пусть подозреваю, пусть я еще не поймал за руку. Я не видел, каким транспортом прибыло. Я не видел отправителя. Я понимаю, что это или Средняя Азия, Молдавия может быть. Даже Крым не может быть. Крым сам ворует уже. Даже мои фотографии наворовал. Крым стал тоже перекупщиком. Это может быть Польша. Это даже не Белоруссия. Белорусы сами на польские перешли. Вот. Сербия. Мне дважды итальянцы, русские итальянцы предлагали две большие партии саженцев из Италии. Я не купился, а вы, наверное, купились. Видите? Согласны, что это мой сад? Вот моя физиономия. Видели? Вот мои гости, научные сотрудники. Вот. Это что? Шутки? А у вас ни одной фотографии, кроме этих интернетовских. Я подозреваю, что не персиков. Но подозреваю еще раз. А то вы на меня в суд подойдите, скажете, да вон наш сад, вон здоровый маточный сад. В нем несколько тысяч деревьев, потому что, чтобы продавать тысячами, только привитое, надо огромное количество отрезать веток. При этом деревья на Урале и в Сибири буквально загибаются. И у меня много такое я уже испытывал. И персики гибли. Вот. Видите? Вот это вот. Что вы на это скажете? Ну почему вам, счастливым людям, не сфотографируются в своем саду? Меня зло берет, что миллиарды людей, денег тратят люди. А какие люди? Наши люди, нормальные пенсионеры, в основном старшего поколения. Отрывая, вместо того, чтобы пуска хлеба, ну все-таки куплю еще раз. Горькие письма, у них сотни, у меня несколько мешков с письмами. Я их все не выкидывал, думал, когда-нибудь кому-нибудь пригодится сделать выводы. Но прошли годы, десятилетия. Я же печатаюсь 20 лет. Печатался в бумажных источниках. Забитый ящик писем. Горечь, горечь, горечь. Помогите. Сколько уже покупать их? А? Счастливые люди. Отзовитесь. Я же пробовал же с этим разобраться. Как? Значит, омский питомник. Взяли, сняли фильм и показывают, как они выращивают, ну, елки-палки. Саженцы выращивают какие-то, вот. Ну, ни саженцев, ни груш, ни абрикосов, ни перцев, ничего. А продают эту экзотику. С омским питомником еще не разобрался. Теперь вы просто под руку попались. Очень часто злат питомник светится вот в этой рекламе. Очень часто. Вот настоящий сайт. Вот здесь не продажные эти, вернее, не эти самые, не с интернета, не этих фотографий. Все с моего сада. Все, друзья. Вот. Еще раз говорю, отзовитесь, покажите свой сад. И я наоборот, я всегда раскручиваю всех. Я десятки этих питомников раскрутил. Давайте вас раскрутим. Покажите свой сад. А подозрение страшно.